Что надо? Ты должен надеть это. Кто сказал? Господин Мимдух. Это очень дорогой и качественный костюм. Что нашло на господина Мимдуха? Скажи, что я не надену его. Если ему не понравится, скажи, что я уволюсь. Чего ты смеешься, ослы? Я знала, что ты не наденешь. Я так и говорила. Помнишь? Что я должен помнить? Ты когда-то обещал мне. Целый месяц ходил в раздумье, но все-таки обещал. Я не помню. Ты же тогда согласился. Сказал, хватит, улыбнись, я согласен. Ты обещал, что на нашей свадьбе ты наденешь костюм ради меня. Об этом всегда мечтал твой Илмаз. Вы помирились с Джейлан? Не смотри так на меня. Я сделала все, чтобы помирить вас, я отказалась от тебя. Я устал, я уезжаю. Как все странно, да, Коркут? Мы оба пробовали полюбить других. Но не смогли стать счастливыми. Может, судьба снова хочет... Этого не будет никогда, ослы. Я скажу господину Мимдуху, что ты не будешь это надевать. Чем она так расстроила тебя? На тебе лица нет. Я сегодня встал не с той ноги. Коркут, я вчера вечером звонила тебе. Почему ты не ответил? Я же за тебя переживала. Хотя бы трубку возьми, скажи, что ты в порядке, и все. Жанет, что я, маленький, что ли? Я взрослый человек. Ради бога, дайте мне покоя. Я поняла. У меня сегодня очень много дел. Ты бы не смог поехать со мной? Нет. Я не смогу. У меня, что ли, дел нет? Что ты здесь делаешь? Это же дом моего отца. Какое тебе дело? Мне очень жаль тебя. Ты до сих пор надеешься, что он твой отец? Да, он не желает быть твоим отцом. Пойми ты, наконец. Уйди с дороги. А если не уйду? У тебя не получится разозлить меня. Да ладно. Это что значит, ты сегодня не получишь? Думаю, ты прав. Я пришел поговорить с Жанет. Не занимай попусту мое время. Не выйдет. Я не разрешаю. А кто у тебя просит разрешения? Она моя сестра. Ты только понял это. Коркут! Что случилось? Что тебе нужно? Я пришел поговорить с тобой. Ладно, говори, что хотел, а потом уходи. Ну, говори, немедли. Считай, что меня здесь нет. Я хочу попросить у тебя прощения. Хорошо. Это все? Я знаю, ты обижена. Имеешь на это право. Я просто хочу сказать, что мама не имеет никакого отношения к тесту ДНК. Я втайне от нее отвез твои волосы на экспертизу. Если бы она знала, она бы ни за что не позволила. Это уже не важно. Потому что я никому из вас не верю. Мы одна семья, Жанет. Поэтому ты не можешь отвернуться от нас. Родные не должны держать обиду друг на друга. Разве это возможно? Возможно, когда-то будут у нас еще ссоры. Но это не значит, что мы чужие. Может быть, такое и бывает с теми, кто рос вместе, Толга. Но мы не такие. Ты никогда не верил мне. Я очень жалею об этом. Я неплохой человек, Жанет. Ты поймешь это со временем. Я обещаю, я буду хорошим братом для тебя. Хорошо. Я подумаю. Это хорошее начало. Я буду ждать тебя.